Почему должен быть один регион, имеющий договор, а остальные десятки регионов не имеют договора? Это имиджевый ресурс Татарстана, при помощи которого Татарстан забирал обратно те деньги, которые мы с вами здесь налогами отдаем в Москве. Сейчас этот договор, на мой взгляд, абсолютная формальность. И этот договор – это просто повод попадаться элитам московским и татарстанским. Но это никаким образом, повторяю, не учитывает интересы реальных жителей Татарстана. Москва хочет рубить всех под одну. Кто не нагнулся, голова слетела. Как у главы Муртии Марьев. Вот и вся проблема. Это не проблема бодания татарстанской элиты и федеральной элиты. Абсолютно нет. Это проблема развитости или неразвитости нашего правового сознания. Вот этот договор сейчас, это остаток, последний кусочек демократии. Идея суверенитета... Идеи обязательного двуязычия, вот. Идеи президентства сохранения вот сейчас. Это все элементы некой конструкции, которая, в общем-то, для русского народа не более приносит здесь, а вред. И поэтому с этой точки зрения я бы хотел, чтобы эта конструкция не просто была разрушена, а была бы перестроена. Русские, Татарстаны, дальше в Татарстане, в общем-то, лидируем по подъему русского вопроса, потому что мы здесь наиболее ощутимо задвинуты, потому что у нас и так нет никаких прав. Здесь говорят только о правах татарского народа и всячески задвигают всяческие движения вне татарского народа. Интересы всех людей, всех сил, которые заинтересованы в том, чтобы Россия развивалась именно нормальным, правовым, демократическим путем, поддержать Россию, Татарстан. И договор, пускай он выслушан, пускай он чисто символический.